Че кого народ? Меня зовут Ярослав. Вы смотрите видео на канале Kickstarter. И это, наверное, будет первый видеоблог, в котором я буду делиться с вами своими мыслями и пытаться как-то взаимодействовать, что ли. Здесь не будет хорошего монтажа или применяемых спецэффектов. Разве что со звуком постараюсь все делать хорошо. В общем, поехали. Ну, начнем с того, что канал сейчас переживает не самое хорошее время. Связано это с тем, что, наверное, за 3 года, сколько я этим занимаюсь, я то ли хватку потерял, то ли интерес. Не знаю, наверное, у всех бывает творческий кризис. И, в общем, наверное, у меня он таки настал. Почему я решил записать это видео? Потому что хочется поделиться с вами своими мыслями по поводу всего происходящего и что-то придумать касаемо того, что можно сделать лучше сейчас. И у меня идеи закончились. Суть в том, что многие думают, что за всю эту деятельность я получаю какие-то баснословные деньги. Но на самом деле денег толком нет. То есть, да, я работаю, но живу я не за счет Ютуба, как многие считают. Обидно осознавать тот факт, что в США, например, такое же несчастное количество подписчиков. Ветер! Зарабатывает гораздо больше, чем в русских и украинских реалиях. Это во многом связано с ценностью рекламы. Да и аудитория ее не прищелкивает, по сути. Там все понимают, что просмотренный баннер – это своеобразная благодарность блогеру. В наших реалиях, к сожалению, такого не происходит. И, в общем, идеи монетизации у меня закончились. Не то чтобы надоело работать за идею. С каждым днем это становится делать все сложнее. И тут причина не только в том, что на это тратится безумное количество времени, а и на то, что кроме негативных комментариев, ну и подавляющее большинство, я понимаю, что хейтерс гонна хейт и все такое, но это неприятно. Хотя я понимаю, что есть люди, которым это нравится, их больше, потому что, судя по количеству лайков на видео, видимо, делаю я все правильно. Но обратная отдача чаще всего не особо радует. В общем, вот такой вот небольшой трейлер. Стараюсь в будущем формате видеоблога говорить больше и интересней. Ну, а сейчас я отправляюсь на очередные съемки. Смотрим, чем это все закончится. Если вам нравится такой формат, комментируйте. Можно будет задавать вопросы. Я думаю, что в формате такого видео можно общаться на более тесном уровне. Вот. И что там? Подписывайтесь, не знаю, ставьте лайки, что ли. Хорошего дня вам. Пока-пока. Пришлось домой вернуться. Кошелек забыл. Будьте собранными, чуваки.